Хватит, опусть. Какой-то кошмар. Сейчас опять они сцепились с Кешем. Благо дело, что вот я вот тут вот на кухне была, и мне как-то очень быстро удалось. Вот. Куда ты со своим носом? Он, конечно, огромный пес, вообще огромный. Вот, ну, в коридоре и на улице это так не кажется. Но хотя разнимаешь, когда это очень сильно чувствуется. Это мощная, сильная собака, которая весит очень много. Пуся! Говорю, мне просто повезло. Как-то мне удалось быстро все это безобразие прекратить. Сейчас вот я его пока привела на кухню. Ну, то, что у меня просто, у меня нету сил. Я вот ночь не спала с 2 часов. То есть и состояние мое никакое. У Кеши там серьезнее рано. У него просто еще опять экзема началась. То есть он сейчас на отдельном питании. И плюс вот он ему куда-то прям там как раз вот в то место вцепился. Вообще, конечно, не знаю, правильно или нет, что я сейчас приперла его на кухню, потому что собак как, то есть они территорию свою охраняют, то есть вот сейчас вот Кеш там почувствует, что коридор его, может, еще больше будут сцепляться. Ну, не знаю вообще, просто я с этими кобелями устала, устала до такой степени. Ладно, если б я еще была такой сильной и здоровой, как хотя бы там 5 лет назад. А иногда я просто вот думаю, если б я вот их не расцепила сейчас, то, ну, я просто, наверное, открыла бы вот дверь на улицу, они бы кубарем туда выкатились, и пускай вот все это решалось как решится. Потому что я вот в эту драку, и не то, что там я боюсь там за свои руки, ноги, хотя я, конечно, боюсь. Так перестань. А то, что, ну, как сказать, ты, там все сразу подскакивает. Давление, то есть, видимо, адреналин, то есть, меня колотить начинает, трясти. Поэтому вот так вот заканчиваются их схватки. Так! Сказала, нельзя. И вот тут вот так вот. Они все дружат чудесно, да, там вот на улице, вот эти вот собаки, которые сейчас здесь. Ну, вот тут вот все, он для них уже чужак. Пришел тут. Конечно, Тайпан вообще крохотный по сравнению с Кефиром. Кефир — это мощь, просто мощь. Чего ты скулишь? Остывает твоя каша, остывает. И вот главное дело, как они все четко, быстро понимают, вообще на лету схватывают то, что им выгодно. Вот у него стоит сухой корм, фиг он пойдет его есть. Он знает, что там каша, вот он туда смотрит как раз, что там кастрюлька стоит. Я вынесла тебе на улицу, Тайпан, остывать тарелку, пусть остынет. И вот так мы выманиваем еду. Вот я, между прочим, я еще не ела сегодня практически, вот куски похватала. Вы уже все поели нормально. Это невероятное надо иметь вообще. Нервы просто корунда.